И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. И сегодня мы пойдем за пустынным титаном. Приручать пойдем его. По идее, он должен быть самым легким, но это не точно. Посмотрим, что из этого в целом выйдет. Очень сильно. Посмотрим. У меня появился металл. Я разобрал всю ту свою броню, которая у меня была поломана. Выгадал оттуда что-то порядка 1008 металла. Создал себе два полных комплекта. Один сделал в сет тег-костюм номер 2. От Федерации. Это только костюм номер один от Федерации, если я не ошибаюсь. Первая версия, вторая версия. И один нагрудник запасной. Потому что в прошлый раз у меня ломали именно нагрудничек. Берем элемент. Кстати, да, они все уже заправлены заранее, чтобы не было такого, что у меня будет не заправлено. Берем элемент. Оружка, по идее, это нафиг не нужна. По идее-то нафиг-то и не нужна. Поэтому мы ее выкладываем. Титан там почти отхилялся, я записываю в тот же, можно так сказать, момент. Буквально там с каким-то перерывом минут 20. Установил внизу телепорт, попытался найти... Почему у меня здесь лагало? Почему у меня сейчас здесь не лагает? Короче, переустановил вот этот столб, переустановил вот этот телепорт. И все! И на базе не лагает! Походу дела, вот в этом столбе была проблема. Ну и сейчас он повернут немножечко по-другому. Слушайте, реально, походу дела, в нем была проблема. Господи, как хорошо-то, на базе не лагает. Титанчик у меня там стоит внизу. Есть телепорт теперь дом вниз. Сейчас покажу. Кстати, ну-ка. Включись. Отлично. Здесь вот стоит титанчик мой. Да. Телепорт стоит дом вниз. Надо было уже давно его сделать. И здесь у меня будет внизу титана. Пытался его тпхнуть туда, но он что-то проваливается. И нафиг, короче. Я думал, типа, на каждую из этих поставить титан. Типа, туда, туда, туда. Но в итоге, вы поняли, короче. Он просто наполовину застревает в этой платформе. И все. В этом-то и основная проблема. Так, и давай-ка я сейчас здесь тоже сделаю. Оп! Отлично, супер. Просто чтобы было. Короче, что в итоге мы делаем сейчас? Мне нужен птер. Птер, потому что он быстрый. Хотя не обязательно птер, можно и совушку. Совушку. Или птера. Давай-ка лучше сразу совушку возьмем. Потому что совушка, если что, сможет похиляться. То есть я без лишних заморочек, что как где, сразу же. Блёха, не лагает, кайф-то какой, а. Блин, знал бы раньше, уже давно бы переустановил бы этот стол. По факту я просто его с места на место поставил, и телепорт с места на место поставил. Да уж. В целом. Кстати, да, я себе выдал. Сарка эти, потому что я пробежался по карте, сарка не было. И сарка нету. То есть ни одного сарка просто на карте нету. Ну, геноцид чутка сарка устроил. В целом босса даже без ускорения, который я применю, без него даже можно томить десертного. Господи, пустынного титана можно томить и без ускорения, которое я применю. Но с ним будет намного легче. Так, и остается артефакт. Так, артефакт. Давай сразу же. Добрый вечер. Я понял. Так, и... Надо было сразу так лететь и не выпендриваться. Я забыл, что это все-таки пещера, и если так нельзя, то...
От того, что я здесь появился на этом, это не означает, что так можно делать. Все, хватаем артефакт. Ё-моё! Самое главное не протупить с комбинациями клавиш. Ай, да в шопу, короче. Сейчас сделаем по-другому. Так будет быстрее. И погнали! Погнали! Мочить, простите, томить, приручать пустынного титана.
Во! Звук включил. Блин! Какого фига сейчас не переключалось на окно, не знаю, но черт побери! Пошли в жопу все вот эти вот люди, которые говорят, да, это самый изи. Пошли в жопу. Да я лесного титана расстреливал, и то было легче. Че у него такой урон подэтовался? Фу, короче, нафиг. Ой, ужасно, 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 просто отвратительно. Так. Ну-ка давай, приземляйся. Эй, ёб твою же за ногу, приземляйся, говорю. Задолбаешь. Никуда ты подпердолила. О, дурная птица, ёшкин кот, тебя собака ты пернатая. Короче, это было что-то ужасное, как бы не сказать хуже, ну честно. Потому что я просто задолбался его приручать. Сначала я не понял, что как где. Потом вроде бы понял, что сначала ударяешь, потом появляется, собственно, с лесным. Была такая же фигня. То есть ударяешь, он появляется, и потом, собственно, все говно происходит. То есть тогда уже в то место ты стреляешь, и все срабатывает хорошо и замечательно. Промахнулся, извините, все по новой. Етишкина радость. Так, ну, во-первых, яркость выруби. Во-вторых, Стега, а что ты на моем крыле делаешь? Вот, давай, давай, лети отсюда. Не-не-не-не-не, на базу ко мне не надо, на базу ко мне не надо. Да ёперный кардополет. Вот телепортировался, так телепортировался. О! Подарки падают ко мне здесь. Классно. Ой, ё-моё, нажал на пробел, ёшкин кот. А можно вот этого Стега убрать с меня, короче? Братва? Опача! Красава! Опа, ну-ка давай еще разочек хвостиком хлопайся! Красава! Еее! Отлично. ПКМ это хвостиком бьет. На пробел я вызвал сумонов стаю. Сейчас нажал на пробел, ага, они исчезли. Так. А давай туда. Бэнкс. Бэнкс, 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 бэнкс. Всех нафиг. В левом нижнем углу... как это красиво. В левом нижнем углу количество зарядов. Направляемся правой кнопкой мыши. И он куда-то стреляет. Не факт, что куда вы направились. Вот видите, он переходит туда, ну и черт с ним. То есть, соответственно, хочу туда, направляюсь туда, молния заряжается, оп, попадаю куда хочу. Ну, успеет. Эх, не успела, по ходу дела. Ну и ладно. Такс, это укус, это хвост. Клобысь, еее. Такс, пробел уже проверял. Так, слушай, а пробел не проверял на всяких козлах. Ну-ка давай. Мочи всех! А вы будете что-нибудь? Не, слушай, если нажать на пробел, то так можно и дефать, по идее, эти. Ну-ка давай-ка сейчас. Дропы, я имею в виду. Давай-ка сейчас кто-нибудь на меня нападет, надеюсь. Я надеюсь на вот этих козлов. Вот. И проверим. Что у нас пробельчик сделает? Ё-моё! Так. Ну, приземляйся там. Пониже, 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 пониже. Так, левее, 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 левее. Можешь левее? А повернуться? Да ёшкин кот. Не, ну слушай, это все-таки поосторожнее, конечно, чем лесной, но, блин, все еще жопа. Эй, давай, короче, молнией бабахну. О, слушай, а давай-ка вот это вот сейчас сделаем. Вот там точно будет сейчас нападать. Как красиво. Молния так шандарахнула.
Не-не-не-не, сейчас по мне молния бабахнет. Эх, ты шитишь. Ну-ка. Что сейчас будет? Сейчас хочу просто посмотреть, как они будут, что нападать, не будут, что нападать вообще вот это вот и все. Ну, в смысле, вот эти вот чубрики зелененькие. Ну, потому что это свои все дела, поэтому они отображаются зелененьким. Блин, ну платформа просто огромнейшая. Сам я нахожусь вот здесь спереди. Ну-ка, сейчас, секундочку. Во, видите, махаю там ручкой. Ну и где кто там нападать собрался? Ну алло, мать вашу. Ну вот они на кого-то постоянно пытаются что-то там где-то. Я вот сейчас молнией сейчас туда бабахну, и туда бабахну, и вот туда хочу бабахнуть. Вот, слушай, а так намного уже приятнее попадать. Ну нафиг. Гробовержец! Чё-то, короче, как-то не очень-то я попал. Ну и чё за нафиг? Ну и где? Чё-то, короче, мне это нифига не нравится. Да, они чё-то бегают, чё-то атакуют, но чё-то какая-то фигня. Чё-то какая-то фигня. А пока я буду разворачиваться, я выйду из зоны этого действия. Чпок, чпок, чпок. Ну-ка, давай попробуем сейчас по рексам бабахнуть молнией. Не, ну слушай, прикольно, конечно, прикольно. Плюс вот это облако статики, оно что-то какой-то дебаф тоже дает там хороший. Но попахивает говнецом. Так. Ну, в плане дефа, короче, на нем деф-дроп что-то мне... Ну... Погоди-ка. Братва. Так. Ёк, макарёк! Нажимай на... у меня на Ctrl, то есть на присесть. Ой, да иди ты в жопу. Вот просто иди ты в жопу. Я тут, короче, что нашел. Нажимаем-то хоп. Мы появляемся под брюшком. Такой, на нафиг! В атаку, братва! Ну нафиг. Мочи! Мочи летуна! Ну-ка! Пиу-пиу-пиу-пиу! Давай-давай-давай! Алло! Братюни! Мочите его! Блин, он спрятался, козюк. Ну, какое прикольное кресло. Так, погоди, мне это нифига неудобно. Ну, я понял. В общем, переходим, нажимаешь на присесть, и появляется режим тира, короче. Мы можем, короче, направлять, на кого нападать этим чубриком. То есть, стаю мы направляем уже непосредственно, на кого нам нужно. То есть, пиу! Не сразу, конечно, но они нападают, мочат и вымачивают. Да, в целом не очень. Но тоже нормас. Как-то так. Да, неплохо. Красиво, здорово, замечательно. Но черт побери. Для меня это лично бесполезно. Ну честно, ну прям конкретно бесполезно. Для чего? Я не знаю. Но в целом прикольно. Ой, показал, короче, как, что, где. В целом, по идее, теоретически можно и в соло. То есть, цепляешься гарпуном, и они тебя далеко не отплюнут. То есть, ты высаживаешься, цепляешься гарпуном, и погнали. Ну, сами видели, то есть. Под хвостом я сидел долго. Бьют. Очень сильно дамажит, и это основная проблема. Ну, ладно. Пустынного Титана притомили. И это офигенно. Ну а я на этом уже с вами добрался прощаться. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, также делиться моими видео со своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока.